Доброе время суток, уважаемые подписчики канала, а также наши зрители. Привет всем. Задачи наши на сегодня. Отправляем Дениску домой, смышляю его. Значит, где-то они меня уже с Евгением Ли ждут здесь на Савеловском вокзале. Вот он наш родненький. Сейчас мы встретимся с ними. Не вижу никого. Привет, Настя. А куда они делись? Документ пошел Женька, блядь. Дэновые баулы? Я за ним ездила, вон Женька ездит вдвоем опять. А, и ты с нами поедешь на вокзал? Ну, вот. Сколько он мне позвонил? На сколько? 7 часов утра. А ты на вокзал тоже поедешь с нами? Уже говорит, поедешь. Я понял. Санек там сидит, да? Пойду поздороваюсь. Санька, привет. Как твое, ничего? Я только проснулся. Че такой грустный? От сна не можешь? Проснуться не можешь? Я понял. Кофе попей. Пил. Понял. Отправляем Дениску сегодня домой. Да. Сколько у меня билет? 3 с чем-то. Я еще больше. А? Я еще больше. Еще больше? Чего? Это кофе или портвейн? Это второй кофе. Второй кофе? Как это так? Я понял. Я вчера так их материл, этих ментов, двух братьев. Ты ему жена, хорошая смелая. Двух братьев это здесь, которые Биба-Боба? Да, пидорасы два братья. Взяли, блядь, 43 ступеньки, сука, спортсмен. Я успел швыгануть и сумку забыл с вином. Ай, сука, блядь. Пидорасы. Забрали вино? Да, вылили. А чего ты выливаешь? Ты же пидор, ты козел на него, на ментов. Я понял. Тюри-тюри-тюрский. Так, ну где наш Дениска? Ну, короче, ты с ментами четко разговариваешь, да? Да, ну я вчера, блядь, в Москве. Нехуй мои лекарства. А они постоянно выливают эти два брата-акробата. Хрен и уксус. Они другого грачея. А я не могу сейчас чай пить. Ну что, какие ставки делаем? Через сколько Денис приедет назад? Ой, я не знаю. Он хочет сейчас кодироваться, а потом поедет работать. Кодироваться будет, да? Да. Вам такое сказала. Я думаю, поеду, когда снег растает. У меня дом завалило. Снегом, да? Да, 3 метра, больше 4 даже метров. А у тебя там печное отопление, да? Как бы мне... Да, у меня печное. У меня 2 печки. Большой комнате печка. На кухне. 3-комнатная.
Она соединена. Они на шестой кухня случайно не пошли? Кухня у меня последний документ выбирать. А это... Ты не звонил? Женька, ты звонил? Залом. Не, не звонил. Может, они на шестой пошли? Пойду я пройдусь туда. Давай. Денис наш хотел со всеми подосвиданькаться. Поэтому, возможно, пошли на шестой. Там мне звонили уже с утра ребята. Сидит там Черный, Олег старый, с Дмитровки. Кто там еще? А, этот, Челяба, еще не уехал. Кто еще? Кто-то еще там был. А, ну какой-то очередной пассажир там продает фотоаппарат, что-то еще продает. Так, а где же Женина машина? Маня сказала, что они пошли в машину за документами. Я Жениной машины не вижу. Может быть, они пошли на шестой. Сейчас дойдем. Кто не знает, очень часто путают. Все-таки это шестой выход из метро. Это желтая солнцевская линия метрополитена Москвы. Да. Вон он сидит, Космос. Кто здесь еще? Черный, здорово. Вот, ребята, девчонки, кстати, кто там писал, Светлана с Архангельска. Вот, Черный, привет мы ему передаем от вас. Вот, Черный тоже пока не в духе, похмеляются ребята. Вот, но скоро разойдутся. На предложение разойтись я разошелся. Носки дайте. Носки дайте опять. Мне мало, пока носки надо. Мало говорят. Даже трусов не надо. Девчонки говорят, что надо тебе говорить больше нежных слов, добрых, чтобы ты стал добрее. Девочек я, конечно, всегда. Вот. А почему он домой не едет, я не знаю. Вот давай, почему ты не едешь домой? Я не выездной с совка. Я не выездной с совка. Прикрепленный, бля. Закрепленный. Если скажу, смотри, я сейчас закрою. Да. Я, ребята, неправильно пойму. Да, видишь, смотри. Космос там курит. Опять, блядь. Так, опять курит, ёлка. Выпал, блядь. Не следи. Космос, тебе еще банан, блядь, и прям за стеклом прям конкретно будешь смотреться. Блядь, день курту нормально. Блин. Уже принесли ему. Две куртки ему принесли. Портсигар отечественный. Серега, шапку ему подогнал, он там лежит. Шапка вот. Попах. Лежит. Смотри. Короче, девочки, надо им погоны одеть. Парень со стволом уже ушел сейчас. Да, предлагали цифровой фотоаппарат Sony. Ну, модель старая, конечно. Нафиг. Неизвестно, работает он, не работает, я особо. Я особо у них не шарю, его нахер. Не, одни часы, да, продали за 23, по-моему. Вот, а вторые часы украл это Пенза, но они, по-моему, не золотые. А, вот новость, ребята, значит, был здесь Саид, белорус, лысый, здоровый, вот Костя говорит. Оказывается, никуда он в Сочи не уехал, да? А куда он лысого теперь поехал? Не было. Он уехал. А, лысый уехал в Сочи, да? Да, на Савеловский, блядь. А что ты говоришь за Саид был? Что за Саид? Саид, блядь, Челябинский. А, Женя, да, Челяба. Да. А, поехал он на вокзал, да? Да, все, он поехал. Ну, билет мы вчера купили. У нас, да, я видел билет, он у нас ночевал. Блядь, за него снег. Да, снежок валит.
снежочек сыпется. Так, ну что, дойти до них, до первого. На жопе мозоли уже, блядь. От чего? Вот этого мрамора, блядь. Нет, ты давай признавайся, от чего на жопе мозоли у тебя? От мрамора. И на очке, блядь. На бук. Давай, я пакет постелил. Как ты со своим ростом мог лечь на подоконник? Я имел. А, ты? Я пакет постелил 5 на 4. Ребята, пойдем, не спачкаться. Ну, глянь, на ручку у него, смотри, как дельный. Перец с ручечкой ходит. Есть чистенький такой. Угу. Да, да, а у тебя... Стиральную машинку мне поставьте. Кто-нибудь. Напиши, найдем сумки бросить. Сумки. Носки стиральные. Ну вот я вчера был у подписчика у одного в Красногорске. Короче, нужно 4 человека на работу. Жилье есть недорогое. Там, по-моему, 6 тысяч в месяц. Человека. Нормальные заработки. Без документов нет. Да, без документов. У меня 158-я первая. У меня сейчас суд. Ну, что-то по строительству, да. Ну, блядь, не квартиры там. Полы, дача или... Я не знаю, что. Там мусора, короче, нас принимают. 3 дня, блядь. С этим, с Асланом. 3 дня. Аслан вообще с этим. Хуячит, с чемоданом. За нами, блядь. Я говорю, ты-то зачем поехал? Тебя не звали, блядь. Я, говорит, с вами поеду, блядь. Думаю, похуй, поехал, съездил. Короче, на 7-й спиздили батарею. Вот, белорусы или кто-то, короче, кто-то в желтой жилетке, нахуй. Кто-то спиздил там батарею, блядь. И нам хотели, блядь, прикрутить эту батарею. Я говорю, у меня 51-я статья, все, я ничего не знаю, ничего не знаю. Опа, девчонки. Девочки, здравствуйте. Наступающим. Да, кстати, мужики, с наступающим всех. А что у тебя там? Пистолет? О ком писали все газеты? Ну, блядь, без свадьбы сыграли, блядь. Да иди ты в баню. Черный, черный, что? Черный. Ставки делай, через сколько Дениска вернется? Не знаю. Все, как думаешь-то дальше? Сань, сейчас домой приеду. Мама в курсе. То, что ты помог это самое, ну, за билет оплатить. А дальше уже... Будем созваниваться, то есть. Ну ты же женился на Мане. Да хорош ты тоже, блядь, Вася. Ты женюсь, блядь. Вася. Добра, блядь. Дениска, добра желаем на самом деле. А я знаю, Саш. Я знаю, брат. Просто смеемся, всегда смеемся. Ты, конечно... Кодируйся или я хуй знает что. Не, я кодируюсь, сейчас я домой приеду, то есть мама сразу сказала, говорит, мы тебя в больницу, говорит, сразу на кодировку. То есть там без всяких этих... Там работы, понятное дело, нету. Возвращайся, что-нибудь ищи, но уже с нормальными. Нет, я сначала закодирую, Саня, а потом уже приеду и будем дальше видосы снимать. Что, я сам на себя не стал похож. Сам, знаешь, брат. Поможем, чем сможем. Да, главное, Саш. Хотя бы иногда, понимаешь, я тоже не говорю, что я там святой и что я завязал на всю жизнь. Да вот. Нет. Ну вот, видишь, почти 100 дней. 95 дней сегодня не пью. Блин, Саш, да. Блин, чё-чё, вот, тебя я Женьку вообще уважаю, блин. Я сам, видишь, приехал сейчас. На совок, думаю, сейчас поснимаю, но видос. Приехал. Что вы пили? Вот ты вообще неадекватный был. Я вообще не знаю, Саня. Там, походу, не водка, а что-то какой-то азверин, блядь. Да я хер его знает, я вообще даже не помню, блин, как я к ним попал. Ну, куда на квартиру? А второй вот этот был, который здесь в больнице сейчас в реанимации лежит. Да ну нафиг. А, да. Не, Алена, кстати, говорила. Да. Вот хорошо, что ты уехал отсюда. Капец. Да это благодаря тебе и, блин, и Женьке, потому что забрали меня, считай, оттуда. А так вообще пипец. Не знаю, где я буду. Сегодня сейчас... последний день был в Бостоне, то есть оплочен. Считаю... Я за 3 дня заплатил. Прикинь, 200 рублей, блядь, в кармане лежали. К
короче, штаны положил рядом с курточкой. Думаю, сейчас схожу хлеба, ну, возьму, потому что жрать охота. Хлеба, да? Да. Нет, бутылку пива и хлеба возьму. Я знаю то, что у меня 200 рублей в кармане лежит. Короче, просыпаюсь, блядь. Курточка лежит, штанов нет. И главное, армейская портупея, которая у меня была, в штанах дернута. Короче, ни штанов, ни денег, ни портупеи. Эту спрашиваю хозяйку холстную, я говорю, а где это самое, у меня штаны, блядь, лежали, вот. Она говорит, а я откуда знаю? Я говорю, нормальные девки, пляж, что у вас, блядь, пиздят, блядь. Ну там, да, там такие пассажиры. Чё, вообще, Саня, это, блядь, это жестко. Так, ребята пьют, Женек тут снимает, все ништяк. Ну, короче, будут ждать там в час дня. В принципе, у меня деньги есть на билет. Если что, если он не приедет. Я как бы подстраховался. Подписчик один изъявил желание как бы добавить на билет. Ага. Вот. Он подъедет к часу дня. Нет, нам надо уже в час там быть. Да, да. В час уже на Ярославке надо быть. Да. В 2:15 поезд. Люди добрые, помогите. На носки. Станок надо и носки. Что? Мне ничего не надо, нахуй. Ой, черный. Носки станут. Блин, пойдем хоть немножко там погреемся. Погреемся. Пойдем погреемся. Черному, как всегда, ребята, носки привозите. Ай, блин, забыл тебе подарок. Есть для тебя носки. Да? Да. Вот сейчас Дениса проводим, я приеду, привезу. Вчера, знаешь, что молодые здесь пацаны вот такие вот пиздюки сказали? Не бойся, когда ты один. Не бойся, когда вас двое. Я понял. Кстати. Космосу ботинки. Какие-то у меня были ботинки. Надо посмотреть. Ботинок нашли. Ну а нога, она сильно болит у тебя, Ков? Сильно, да? Где ты умудрился? Он переходил дорогу. Так там было всего 15 сантиметров. На дорогу вышел. Охренеть. А они пидорасы. Они перехуяли. Я думаю, собьет. Я уже все, блядь. Космос. Ну как завтра будем праздник отмечать? Цыгане и медведи? Денис в поезде будет. Минералочку. Целая вот куча зажигалок. Черный живет. У него, походу, и носков столько же. Носков у меня нет. Нету. Я забыл, правда. Блин, правда. Вчера тебе подписчик передал с Красно... Как это город называется? Ну, короче, здесь, в Подмосковье. Я вчера ездил к нему. Вот. Передал тебе там подарок. Принесу тебе попозже. Самое главное, здоровье тебе и счастье. Только сам себе не сидит.
дело. Что, едем, да, на вокзал? Поехали. Олег, я попозже подъеду тогда. У Дэна есть секретная информация. Барен 33, там есть у нас сайт знаменитый. 1,5 миллиона подписчиков у него. Антимаэстро. Сейчас мы, возможно, найдем его номер. Позвоним братскому сердцу. Да, Машунь? Ты не поедешь в Екатеринбург? Поехали. Да. А у меня туда еще не хватает. Мне 300 рублей не хватает на лекарство. На лекарство? 300 рублей. На лекарство это какое? 3 топора? Да. Я понял. Но тебе не многовато будет лекарство-то? Нет. Микстуры. 300, всего 300 рублей. Микстуры не многовато? А я еще заработаю после 11:30. Открывается пивная. Там мусор уберу. Я понял. А я могу, мне надо сейчас. У нас сейчас это спецзадание, мы провожаем Дениса домой. Ну это вот. Долго. Купим ему билет, потом я приеду, тебе бутылочку соображу. Да, 3 топорика. 3 топорика. Ну ё-моё. А так хотелось брату позвонить. Нету. А он тебе писал что-нибудь? Да. Да нету, там не восстановись. А что у тебя? У тебя удалилось все вообще? А если в облако залезть, все не вот так? Все вот эти. Ну давай в поиски. Такая у нас станция Комсомольская, красивенькая. Так, наше окошко номер 1. Самое главное теперь вложиться в сумму. Здрасте. А да вы, сколько будет? Москва, вы... Да? Сколько? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ага, пойдет. Да. А там нижний ярус есть? Давно. А, только верхний, да? Ну, давайте верхний. Сколько Денис стоит? 200 с чем-то, да? Да. Паспорт давай. Эдуард Немати, огромнейшее вам спасибо за донат на билет нашему товарищу по цеху. Нет, нет, нет. Это для себя. Все против. Вы не попадите в кадр. Все против съемок, хотя ее не видно. Только 13.50. Я знаю, нет, вы не попадите в кадр. Отлично, пока. Торжественный момент, как говорится. Во сколько Денис поезд, не сказал она? 13. 12.35? 13.35. Отлично. Раньше получается, видишь? Давай, торжественный момент. Торжественный момент. 8.977.
746? По покупке билета. 741. Выезжает во сколько? 12? Отлично, где пораньше? Там купе, да? Хорошо, что мы приехали пораньше. Да. Вообще он говорил 14:15 поезд, а оказывается 13:35. Так, 13-й вагон, да? 13-й? 13-й вагон, 13-е место, пятница 13. Спасибо. Все как положено, Денис. Пятница 13, 13-й вагон. 12-й. 12-й? Повезло. Я думал, 13-й уж немножко вздрогнул. А что, ты веришь в числа? Ну, блин, не верю, но побоюсь. Не очкуй, я тысячу раз так делал. Я знаю. Все, самый главный у нас момент. Билетик получили, покушать купили. Спасибо. Дошираки. Александра, Саша, тебе огромное спасибо. Что? Да, прямой эфир, кстати, будет вечером. Можно вот это взять мелочь? Так, на всякий пожарный. Возьми. Спасибо. Все, оставил меня Денис без денег. Билет все куплен. Все. Сумки собраны, еда есть, курить есть. Все есть. Спасибо. 13:35. Та-да-да-да. Все есть. Ура, товарищи. Спасибо, уважаемые подписчики. Спасибо, Эдуард Немыч. Еще раз. Да, за билет. Огромное спасибо. Да. Видите, что когда-то... Вадим, ты помогал. Когда-то ты помогал. Нет, скажи про бумеранг, и все, я ухожу. Когда-то помогал Александру. Теперь он мне это самое помогает. Помогает вообще во всем. И деньгами, и... Блин, даже поесть купил, короче. Вообще, я просто в шоке. То, что вот раньше я помогал, а теперь помогает мне. Вот на самом деле, то, что вот такие друзья, они на самом деле никогда не бросят. А они всегда помогут. Девушка, я инвалид, мне что-то нужно. Блин, я ребят, вам сейчас инвалидное покажу. Это не люди. Это люди без дома. Александр, считай, подписчики помогли мне взять домой билет. Ну, это Александр во-вторых. Александр помог мне со своего, ну, как, не со своего кармана. Помог насчет подписчиков. То есть подписчики деньги прислали, и он никогда не врал. И вот сколько мы с ним общаемся, никогда в жизни он меня не обманул. Кстати, вот мне тоже, короче, поили. Помнишь, я сказал? Тебя поили здесь? Да. Два чувака. Здесь вот. Украли что-нибудь, нет? Деньги. Деньги украли. Я же, считай, билет купил. То есть, ну, чтобы домой ехать. Короче, после третьей стопки я понял, что что-то, ну, не то. Потому что у меня руки, считай, ослабли. Вообще, я себя чувствовал очень плохо. А в оконцовке потом подходит полиция, меня забрали в полицию здесь, кстати, около, ну, на вокзале. И все. Короче, продержали меня, ну, считай, ночь. Продержали, потом отпустили. Я говорю, а сейчас, говорю, куда мне идти? Они говорят, куда хочешь, туда иди. Прикинь, без денег, без ничего. А, еще и штраф. 5000 штрафов, да. Креста. Да. А вот такие вот у нас три вокзала. Этот чувак, короче, с кем мы там пешевали, он был со мной. Его тоже, кстати, закрыли. Я тут же сижу на вокзале, короче, когда Алена за мной приехала.
А он подходит ко мне, говорит: Денис, извини, говорит, брат. Ну так, говорит, получилось. И все. То есть он у тебя деньги брал? Да. Ты где? Он деньги подтянул. Ну, три вокзала всегда славились подобными вещами. А я, знаешь... Так что, люди, уважаемые подписчики, кто будет в Москве, будьте осторожны. Три вокзала. Люди, да, люди криминального склада характера присутствуют здесь в большом количестве. Вот приехал к нам еще один подписчик, купил Дениске покушать. Та-дам! Та-ра-да-ра-да-ра-дам! Все, через... Сколько там у нас? Через 25 минут у нас паровоз. Приятного аппетита, спасибо. Денис Олегович. Спасибо. 4 дня вообще ничего не ел. Скорый поезд к дому мчится. Вот наш второй путь. Наш второй путь. Да. Наверное. Сейчас мы спросим у этих. Москва, Новый Уренгой, твой поезд. Новый Уренгой. Поехали, какая разница? Я за тебя пригласил. Спасибо. И больше никогда такой вот, давай. Вот, спасибо не меня, а ему и скажи, маэстро Саше. Давай, Саша, спасибо. Удачи. И ребятам. Не за внимание, я не люблю. Давай. Коронавирус. Коронавирус. Давай. Давай, я помогу тебе, зайдем. Ага. Пойдем, зайдем. Я его боковушкой. Я не вас, дама. Давай, давай, пошли. Я помогу ему сумочку. Ну, где места? Где написаны места? Вот они. Нет, не вот они. А, 40. Какой у нас 32? 32. А 32 дальше. Дальше. Вот 32. Да. Вот 32. Да. Все, давай. Все, Саша. Все, давай. Доедешь, позвонишь. Да. Вот так все.
Счастливого пути всем. Батя. Все, посадили. Час добрый. Попутное хэ. А, чтоб не убежал, да? Чтоб не убежал. Вроде все. Закрывай, мамуль. Закрывай, мамуль. Убежит. Спасибо, подписчики. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Быть добру. Мужчин с наступающим. Прощай, наш Мишка.